Не понимаю. Вообще не понимаю. Вот это мощненько! Друзья, всем привет! Это Лига Real Estate, и у нас сегодня невероятно по атмосфере, по объему супер вам предложение. Значит, ну, для начала я скажу о том, что это все про недвижимость, про турецкую, про ланийскую. И сегодня изюминка на торте, потому что виллы, которые мы для вас приготовили, они невероятно круты, а главное, они будут вот с таким видом. Если вы, друзья, хотите себя поражать каждый день, ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, то это предложение точно вас должно заинтересовать. Фух, поехали! Ну что, картинки глянули? С дрона вообще невероятные кадры, да? Вообще закачаешься. А они могут быть ваши. Значит, смотрите, давайте по цифрам. Две виллы, абсолютно одинаковые, идентичные, единственное, только, ну, понятно, что зеркальное расположение. По 280 квадратных метров. Четыре этажа, бассейн, зона для барбекю, вся инфраструктура, которая необходима для жизни, есть. В общем, не жизнь, а сказка. Я предлагаю прогуляться по ним. Ну что, друзья мои, значит, видно о том, что вообще в комплексе, в этом большом, предусмотрено всего лишь, получается, 4 виллы. Вот две уже готовы, да, одна здесь, а одна, ну, буквально за стенкой, это, что называется, зеркальное отражение. И будет еще выше одна такая же абсолютно, так сказать, двойная вилла, которая, собственно говоря, и делает этот комплекс всего 4-вилловый, невероятным, с невероятным видом. Ну, друзья, здесь вот виды, мне кажется, это стоит полцены всего, а может быть, даже больше. Так, ну что, с видом пока надо маленько забыть про виды, потому что все-таки надо сосредоточиться непосредственно на внутренней, что и как и почему. Значит, 3 плюс 2, я имею в виду комнаты, да, сколько у нас количество. Ну и, соответственно, мы находимся на самом нижнем, так сказать, наверное, первом этаже, а может быть и на нулевом, так сказать, я вот уже не знаю, как правильно будет решаться. Здесь у нас, конечно, большущая гостиная комната, которая совмещена, естественно, с кухонной зоной, имеющая выход на бассейн, на зону, на террасу, ну и, соответственно, наблюдать, смотреть и что, и как, и почему. Значит, что у нас здесь есть? Есть у нас уже мебель, которая кухонная, уже, что называется, сделанная, подключенная, все работает, остается только... вода есть, интересно? Есть. Значит, надо привести только технику, подключить, ну и, соответственно, наслаждаться. Полы, насколько я понимаю, здесь все такие каменные, серьезные, плитка серьезная, хорошая, очень стильненькая. Санузел у нас здесь есть, да. О, интересное решение, посмотрите-ка. Значит, нет у нас никакой перегородки, хотя, возможно, она будет чуть попозже, но, во всяком случае, сейчас нет, ну и, соответственно, все здесь приспособлено. Естественно, выводы под кондиционеры, осветление, все это есть. Небольшая, так сказать, коморочка. Опа, смотрите, какая она большая. Ух ты! А там я еще ушел вниз и спустился практически в Алане. Так, ну, на самом деле удобная штука, которую можно хранить всякие разные, что называется, хлам, которого всегда в доме огромное количество, а в таком доме тем более. Ну и, соответственно, здесь все есть уже домофоны, счетчики. Так, да, ну это самый нижний этаж, это получается такой этаж для бассейна. Пойдемте выше. Значит, у нас 3 плюс 2, соответственно, 3 спальные комнаты, да, и 2 гостиные. Значит, первая гостиная, это вот та возле бассейна, которая, а это вторая гостиная, ну просто тут сейчас она, так сказать, занята, потому что здесь... живут люди, которые, ну, охраняют и ухаживают и смотрят за этой виллой. Поэтому я предлагаю посмотреть в, так сказать, в нежилой, да, который еще более-менее не готово, в соседней, пойдемте. Там большущая комната, она тоже соединена непосредственно. Вот, вот она, видите? Вот такая же гостиная комната с кухонной зоной, как и внизу, да? И, естественно, с огромной террасой, с которой открывается потрясающий вид. Ну, здесь, в принципе, то же самое, только я говорю, это больше, наверное, вот это больше солнечная вилла, чем вторая. И еще есть один момент, пойдемте со мной, я вам покажу очень важный, интересный
Ну, принцип понятен, да, что здесь то же самое. Есть вот такая стена. Видите эту стену, да? Это не просто стена, друзья. Я вам даже больше скажу, что это настоящая забота о клиентах, о жильцах этого дома. Объясню, что это такое. Это отливная, так сказать, часть, потому что мы находимся в гористой местности, и, соответственно, для того, чтобы не было никаких осыпаний, поползновений, сползаний или все-все-все прочего, соответственно, вот эту стену все хорошие, доброкачественные, так сказать, честные застройщики делают. Многие ее не делают. Как бы, ну, просто отсыпают, как-то отсекают экскаватором, ну, и вроде как бы не сыпется на данный момент, ну, и нормально. Так вот, наш застройщик сделал вот такую стену огромную. То есть она превышает даже, по-моему, если я не ошибаюсь, всю этажность виллы. Поэтому это очень важно. Это значит о том, что, ну вот, по-честному все, по-настоящему, как говорится, чтобы жили долго и, как говорится, счастливо и качественно. Так что имейте в виду, это огромный плюс. Какие есть еще плюшечки, что называется, в этой вилле? Вот это лифтовая шахта. Понятно, что здесь будет лифт. Соответственно, вышли, все, вот она, ваша вилла. Потому что парковочные места у нас будут находиться наверху, ну, соответственно, внизу их не будет, поэтому автомобиль ваш останется там, вы спустились и потихонечку чап-чап-чап-чап и домой. Так что тоже плюс. Значит, здесь вошли и пошли, собственно говоря, наверх. Я себя чувствую, знаешь, кем? Хранитель башни. А, ну вот здесь все, начинаются, собственно говоря, жилые комнаты. Одна комната, пойдем через нее пройдем. Достаточно просторная, нормально, все, естественно, все выходы, все выводы, точнее, под кондиционеры, под всякие розетки, все прочее это есть. Значит, здесь терраса. Эта музыка, кстати, играет, если вы услышали. Это школа, совсем рядышком здесь находится школа, поэтому здесь удобно с точки зрения проживания. Поэтому, несмотря на то, что мы находимся на возвышенности, естественно, эти все виллы будут иметь невероятные видовые характеристики. Ну и с точки зрения какой-то социальной инфраструктуры, в ТП, в этом районе все здесь есть, поэтому не можно не переживать, что называется. Так, здесь вот закрыто, к сожалению, да, наверное? Да. Стой, здесь сейчас я. Добро пожаловать! Ну, в принципе, такая же комната с красивыми большими окнами. Они, конечно, не в пол, но, как говорится, все равно приятненько. Понятно, что здесь все облагородится, понятно, что здесь будет все красиво, хорошо, что называется. Это сейчас огромное количество строек идет. Ну, это неизбежность, что называется, данность, потому что востребованность великая, большая, ну и, соответственно, район классный. Так, дальше, санузел. По такому же принципу, как и там, свет есть. Мне нравится то, что он сделан в каком-то таком темном стиле, очень красивом, классном. Я не знаю, но наверняка поставят перегородку, хотя не факт вообще возможно. Может быть, это останется таким решением. Ну что, пойдемте дальше. Самый верхний этаж, я думаю, что это спальная комната, которая является непосредственно, ну, такой хозяйской. Здесь какой-то небольшой, то ли это кабинет, то ли это, возможно, гардеробный, кстати, можно сделать абсолютно спокойно. Большая, просторная спальная комната. Тоже с какими-то... Ну, я думаю, это какие-то технические зоны, да, которые можно попадать, потому что мы находимся, в принципе, на крыше, ну и, соответственно, здесь достаточно... Ну, круто! Здесь, знаете, что одно? Терраса. Вот с такими видами, друзья. Тут, конечно... Ну, приличных слов у меня не находится, потому что вид потрясающий, конечно. Здесь будет еще дорабатываться, конечно, огромное количество всяких разных моментов, перегородок. Это, я так понимаю, уже вторая. Да, это уже вторая вилла, поэтому, пожалуйста, не ходи по чужой территории, зайди-ка на нашу. Соответственно, здесь будут какие-то перегородки, как нам сказали. Дизайнерски как-то будет все это стоять, какие-то красивые классные ширмы. Ну, я думаю, что вы видели проектные картинки, поэтому здесь невероятно круто. Поэтому, друзья, слушайте, ну, вилла огромная, вилла крутая, район невероятно крутой. Смотрите, даже крыша из черепицы, если я не ошибаюсь. А сейчас посмотрим. Да, это черепица. То есть это реально черепица, только она просто черного цвета. Как привыкли мы к красному.
Поэтому тут тоже, что называется, нет никаких каких-то нововведений. Здесь все по классике, все красивенько, все четко, все невероятно. Перфект то, что называется. Ну что, друзья, давайте подытожим, что называется, пару моментов. Значит, и перейдем к самому главному, к цене. Значит, что касаемо местоположения. ТП – это очень классный, хороший район. Он находится на возвышенности. Он, конечно, стоит обособленно. Это центральный все-таки район. Он стоит обособленно, потому что он вдалеке. И, соответственно, здесь достаточно тихо, хорошо, комфортно жить. С точки зрения пребывания здесь невероятно. Вилла новая. Понятно, что есть какие-то легкие недоработки. Я имею в виду, которые будут дизайнерски дорабатываться. Не знаю, засаживаться. Все это сделается красиво, невероятно круто. Видовые качества. Вот есть 5-бальная система, 10-бальная, то здесь я бы дал 100-бальную систему, и соточка здесь прям однозначно, потому что в ваших руках, в прямом смысле, как на ладони вся Алания. Вон там и крепость, ну понятно, что за горой здесь не видно, вторую часть, так сказать, Клеопатры, достопримечательность Алании, но основная часть города, а ночью, как представляете, все это светится, все это невероятно красиво, а главное, что здесь тихо, и даже несмотря на то, что здесь находится... Ну, на возвышенности, казалось бы, что звуки всякие разные будут давать достаточно сильно. Нет, ничего, вот, ну, нет на самом деле. Даже идет вот огромное количество строек вокруг нас, и здесь нет такого, чтобы стоит гам, шум, потому что весь звук наверх уходит. Нет, все классно, все хорошо, все комфортно. Ну и, конечно, расстояние, что получается, до центра у нас около 5 километров, плюс-минус, соответственно, конечно, здесь надо иметь собственный автомобиль, потому что без него будет достаточно тяжело добираться до сюда. Ну, либо такси. Понятно, что ходит общественный транспорт, циркулирует, но это все-таки такая необходимая вещь, если надо быть мобильным, если хочется быстренько куда-то съездить, доехать, то, конечно, либо такси, ну, либо собственный автомобиль. Поэтому имейте в виду, что это, конечно, наверное, это большой, самый большой минус, который здесь существует. Ну и, соответственно, к цене. Цена, друзья, этой виллы и этой, и той виллы, естественно, они абсолютно зеркальные, 605 тысяч евро. Для виллы, для таких объемов, для таких видовых характеристик, это, конечно, невероятно. Я уверен, что цена здесь стоит намного дороже, потому что вы будете ей наслаждаться каждый день. Поэтому, друзья, имейте в виду, вилла хороша, красива и невероятно крута. Так что, если вдруг она понравилась, обязательно звоните, пишите, приезжайте, покажем, что называется, все в лучшем виде. Ну, а если же вам хочется еще чего-нибудь другого, ну, обязательно тоже напишите, мы с удовольствием подберем для вас вариантик. Ну и, соответственно, чтобы быть всегда в актуалочке, подписывайтесь под нами, потому что у нас здесь огромное количество и обзоров, и не только обзоров. В общем, огромное количество полезной и нужной информации, которую мы для вас специально снимаем. Ну и все, друзья, напоследок хочется все-таки поделиться с вами вот этой красотой. Ну и помните о том, что забота – это наш конек. Лига Real Estate. Увидимся. Пока.